неожиданно получилось выиграть, очень рад. Я сейчас не ожидал от тебя такого. Ребята в России у нас посильнее бразилов. Я уверен, лет через 5-6 мы увидим чемпиона в черных поясах в адалтах из России. Да, это, считайте, мой прогноз. Если честно, на Невазе с нашими ребятами сложнее бороться гораздо, то есть, чем с бразилами. То реально так. Суть в чем, здесь не так много народу в сетке было. А, как мы знаем, на Невазу приезжает там 30-40 человек. И то есть там уже схваток 5-6 до финала получается. И, соответственно, выиграть не так просто. Наверное, хочу сказать, что чтобы наши ребята не боялись ни бразилов, там, ни ребят из других стран, там, ни поляков, никого. Мы реально можем выигрывать на самом высоком уровне. Честно, минус 2 балла, но это как было 8-й позиции. Он же как раз показывал, да, на этом, на кемпе. Когда я борюсь, я абсолютно глухой, я не слышу вообще никого, кроме своего тренера. Давай. Ну что, поздравляем. А что слышал? А что ты его успокоил-то? Спасибо большое.